Приветствую вас, Аноним. Мне кажется, честно говоря, что вот при всем уважении к вам, да, мне кажется, что вы себя склонны принижать, мне кажется, вы себя склонны обесценивать, потому что ну, мы не можем. Психолог знать, как вам в этой ситуации быть. Не может психолог этого знать. Потому что это, мне кажется, в первую очередь ваша жизнь. И мне кажется, что вам решать, как эту жизнь прожить не может, мне кажется, и не должен психолог показывать вам, как ну, как вам нужно жить. Мне кажется, что ну, мы вот как психологи, да, мы можем вам помочь разобраться в себе. Мне кажется, это более такая, знаете, я бы сказал, адекватная позиция. Вот. Поэтому мне кажется, что вы себя обесцениваете здесь тем, что спрашиваете нас, как вам быть. Ну, не знаю, мы как вам быть. Но я точно знаю, что вас, ну, есть вещи, которые вас разозлили. Вот мне кажется, что вам нужно разобраться с тем, как получается, что вас это разозлило. Мне кажется, что вам нужно разобраться с тем, как вышло, что вы испытали злость. Мне кажется, что вам нужно разобраться с тем, чтобы понять, что в этой злости есть. Может быть, вам не хватает внимания от своего молодого человека. Может быть, вам хотелось бы там, ну, какой-то ну, больше от него ну, отдачи. Может быть, вам хотелось бы больше его общества, больше его активности какой-то вот по отношению к, ну, к вам, например, и так далее. То есть, может быть, вот этого вам хочется, но вы об этом, например, не говорите. Вы это, например, не обсуждаете. И как бы это ваша неудовлетворенность, например, накапливается, да, ваша неудовлетворенность, ваша, может быть, тревога по поводу того, что вы, ну, не получаете вот того, что вам, условно говоря, хочется, вот, и вы, соответственно, как бы готовы в любой там условный момент, условно говоря, в любой момент вы готовы взорваться. И в таком случае, это, ну, на мой взгляд, абсолютно нормально. Вот. Мне кажется, что в таком случае это абсолютно ну, адекватно, то, что произошло. Но мне кажется, что вам имеет смысл как бы поисследовать себя и, может быть,
научиться молодому человеку говорить о том, что вас беспокоит, чтобы, ну, чтобы не было условно таких вот взрывов, чтобы не было условно таких вот ну, казусов, таких вот коллизий, да, чтобы чтобы вы находились как-то вот, ну, в контакте, что ли, с собой, чтобы вы выражали то, что вы чувствуете. А мне кажется, что вы пытаетесь больше, ну, мне кажется, что вы пытаетесь больше быть кем-то. Мне кажется, что вы пытаетесь больше выглядеть как-то, нежели чем реально проявлять свои, ну, нежели чем реально проявлять свои чувства, нежели чем реально проявлять свои эмоции, нежели чем реально говорить о том, что вам хочется, или о том, что вас беспокоит, ну или как-то так, вот. То есть, понимаете, вообще, ну, ревновать, особенно если вы пара молодая, да, это нормально. Вот. Ну, то есть, у вас еще как бы, чувства, эмоции, как бы, свежи, и вы реагируете таким образом. Мне кажется, это норма. Мне кажется, это нормально. Важно немножко другое, что вы с одной стороны -то как будто говорите, что вот, ну, мой парень, вот он вот такой, вот он вот любопытный, он там все интересно знает, там это ДТП, то есть он такой вот достаточно активный, достаточно такой чувствительный, вот, вроде бы вы это говорите. И в ту же, как мне кажется, в ту же секунду, да, вы как будто бы его за это уже корите, за это его обвиняете. Вот. Ну, мне просто, я просто не думаю, что подобная ваша позиция может, ну, к чему-то хорошему привести, да, то есть, ну, как бы, вот вы хотите расстаться с ним, да, вы хотите с ним расстаться, потому что, мне кажется, потому что вам больно, мне кажется, вы хотите с ним расстаться, потому что вам вот, ну, тяжело переносить вот эту болезненность, которую вы ощущаете, но, на мой взгляд, это не решит проблему вашу. На мой взгляд, это не решит проблему ревности, проблему боли, проблему какой-то вот тревожности, вот, и так далее. Поэтому решать, что делать, конечно, вам. Да, но я думаю, что прежде чем там, принимать, условно говоря, такое вот решение, значит, расставаться или нет, мне кажется, что имеет смысл для начала как бы разобраться в себе, вот, чтобы, ну, условно говоря, чтобы потом вы не, ну, чтобы потом вы не пожалели, потом вы не пожалели о том, что вы сделали, чтобы потом вы не пожалели о том, условно говоря, о том, как вы поступили. Вот. Мне кажется, что ситуация вот примерно такая. Ну, мне кажется, что вот так можно вам ответить на вопрос. Значит, традиционно считают, что ревность возникает неуверенность в себе. Я думаю, что сама неуверенность в себе появляется
потому что человек не до конца выражает свои чувства, да, не до конца выражает свои переживания, и другой человек может быть несколько неверно, несколько не так воспринимает то, как переживает его там, вторая половинка, например. Вот. И на этом, как мне кажется, базируется вот, ну, вот как мне кажется, да, на этом базируется то, что называется неуверенностью в себе. Вот. Поэтому вы пытаетесь переложить ответственность на нас. Я вас понимаю, может быть, это связано с тем, что вы боитесь ошибку совершить, может быть, это связано с тем, что вы не до конца уверены в себе. Вот, я понимаю. Но мне думается, что важно, чтобы вы научились прислушиваться к себе. То есть условно говоря, если психолог, психотерапевт может что-то для вас, условно говоря, сделать, да, то, на мой взгляд, вот то, что может сделать для вас психолог, и то, что может сделать для вас психотерапевт, это как раз таки позволит помочь вам себе разобраться в своих реакциях, разобраться в своих переживаниях, вот, разобраться в том, что в данный момент вы там, например, чувствуете, что в данный момент вы ощущаете, вот, и так далее. Вот это то, что, мне кажется, реально может сделать для вас специалист. Это то, что, мне кажется, реально может сделать для вас психолог. Вот. Остальное, это, по моему вот скромному мнению, да, остальное это, по большому счету, какое-то такое вот, я бы сказал, замещение. То есть замещение своей реакции, допустим, вашей. То есть когда психолог замещает, да, вашу реакцию своей, вот, предполагая, что может быть она, его реакция, какая-то более лучшая, что ли, чем ваша, более правильная. Ну, на самом деле, это, мне кажется, не совсем так. Мне кажется, это не совсем верно. Вот. Как бы мне видится моя задача именно в том, чтобы вы увидели себя, чтобы вы увидели вот себя более полно. Вот. И чтобы вы уже для себя могли бы решить, как вы будете действовать и так далее. Вот. Я бы, например, предположил бы, что, может быть, вы боитесь, я бы предположил, что, может быть, вы боитесь, что человек вас может бросить. Я предположил бы так.
я не знаю, как на самом деле. Вот, я бы так предположил, что вот, что вы боитесь, что, ну, что может вас бросить ваш мужчина, может быть, у вас есть какие-то, ну, не знаю, сложности, может быть, с доверием, сложности с доверием ему. Вот, может быть, есть какие-то сложности в этом направлении. Вот, а может быть и нет. Тут нужно смотреть. Вот. То, что вы остро отреагировали, вот что важно понять, то, что вы остро отреагировали, свидетельствует только об одном. То, что вы остро отреагировали, свидетельствует только об одном. О том, что какие-то реакции ваши, ну, какие-то ваши реакции до этого были, ну, как-то вот подавлены, я бы так сказал. Вот. Это ключевой момент. А дальше все просто по нарастающей, как мне кажется. Вот. А что касается ваших ценностей, да, ну, то есть я имею в виду, что, допустим, ну, у человека там одни ценности, да, там, допустим, ценность такая, что, ну, что можно, там, к примеру, ну, писать там такие вещи, да, говорить такие вещи, а вы считаете, что нельзя. Вот. То, что у вас разные ценности, так это, ну, на мой взгляд, это абсолютно нормальная история, ну, потому что сколько людей, собственно, столько и ценностей, вот, как мне кажется, по крайней мере, вот, поэтому я думаю, что, ну, я не вижу чего-то такого аномального в том, что, ну, в том, что вы, например, воспринимаете какие-то вещи одним образом, человек воспринимает, там, условно говоря, те же вещи немножко другим образом. Вот. То есть, мне кажется, это естественно, что у вас разные ценности. Но мне кажется, что нужно учиться, нужно уметь взаимодействовать как-то вот, ну, в рамках этих вот ценностей, что ли. Вот. Нужно учиться взаимодействовать в этом, чтобы чувствовать, чтобы понимать, о чем идет речь конкретно. Вот. А не хаотично. Вот. Ну, как, например, это было вот у вас. Как это происходит у вас? То есть, когда вы сразу там, вот, относитесь не очень там к, ну, к человеку только потому, что они делают вот то, что вам, ну, кажется там не очень корректным, да, не очень
правильным и так далее. Вот. И условно так говоря, вы можете быть правы. Условно говоря, вы можете быть правы. Но здесь есть тонкость. Здесь есть тонкость. Что правы вы только для себя. А есть еще правда вашего мужа. Вот, и она, эта правда справедлива для него. И вам нужно решить для себя, вот, какую правду вы будете, ну, условно говоря, принимать, да, то есть, вот, ну, какую правду вы готовы принять, вот так я бы сказал, вот. И, соответственно, если, вот, ситуация такая, что вы, там, понимаете, например, что чего-то вы не готовы принять, допустим, то вы за это, ну, платите определенную цену. Вот. И собственно говоря, вот эта цена является проверкой, вот, является проверкой, готовы ли вы действовать, ну, определенным образом или нет. Вот. И все. Но если вы, например, замечаете, да, допустим, если вы замечаете, что, к примеру, допустим, что вы чувствуете угрозу, если вы замечаете, что вы чувствуете угрозу, вот, то лучше вам в этом признаться, себе, в первую очередь. Вот, потому что, если есть угроза, то её, эту угрозу вы будете, ну, чувствовать везде, где бы вы ни было, вот. Просто потому, что так устроен человек. Вот, вот такой ответ я могу вам дать. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот, я надеюсь, что это нам даст вам возможность сформировать обратную связь, которая послужит началом психотерапии. Вот. Ну, я имею в виду. Я надеюсь, что вот, обратная связь, которую вы сформулируете по изучению моего ответа, позволит вам, значит, выразить её специалисту, с которым вы решите работать, например. И таким образом начать получить для себя возможность заняться психотерапией. Возможно, даже привлечь вашего молодого человека для этого, что было бы не лишним, если, условно говоря, у него есть такое желание. Вот. Уходить, не уходить, решат вам. Вот я, лично я сталкивался с такой историей, что когда люди отдалились, шансы на то, чтобы сохранить отношения, становилось меньше, но, опять же, если вы хотите, например, чтобы муж просто
Ну, условно говоря, там, таким, каким вы хотите его видеть, то я боюсь, что здесь вы потерпите неудачу, потому что муж уже сформировавшийся человек. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем на связи.